Готовить салат начнем с того, что немного обжарим арахис. Затем делаем заправку. К сахару добавляем майонез, молоко, красный винный уксус и семена мака. Все это тщательно перемешиваем. Заправка готова. Затем нарезаем любые листья салата, какие вам только нравятся. Сыр фета нарезаем кубиками. И все выкладываем в миску. Затем у чистой клубники отрезаем хвостики и нарезаем ее такими кусочками, как вам нравится. Отправляем клубнику к другим ингредиентам, добавляем арахис и заправляем. Остается перемешать, и салат готов. Как видите, салат делается легко, просто и быстро. Если он вас заинтересовал, попробуйте и вы. Приятного аппетита!